Какие предметы нужно преподавать школьникам с первого класса? И стоит ли переносить за город магазины с алкоголем? Эти и другие злободневные вопросы уже завтра в прямом эфире вместе с югорчанами и экспертами обсудят ведущие северного интерактивного шоу «Югра в твоих руках». Новый сезон программы уже завтра стартует в эфире телеканала «Югра». Теперь в прямой эфир Димурий Апаликов и его новая соведущая Мария Пуртова будут выходить из новой многофункциональной студии. Площадь телекомплекса 500 квадратных метров. Главное его украшение – это огромный светодиодный экран размером как 40-50-дюймовых телевизоров. Теперь благодаря таким возможностям югорские журналисты обещают зрителям еще больше общения, а самым активным жителям округа еще и подарки.